Привет, дорогие друзья! Сейчас будем распаковывать с вами посылочки. Так, и смотрим, что же у нас тут сегодня пришло. Так, что больше нет? Ничего нет больше. Раз, это есть. Так, и что же это у нас? Это сережки. Сережки и Маринки. Вот такие вот. Это в уши. Как они правильно называются-то? Не помню уже. Это в уши вставляется. Вот такая штучка. Они бывают разных размеров. Ну, наверное, не только женские. Так, ну это посылка для дочки у нас была. Давай еще следующее вскрывать. Вот так вот. Так, это у нас на HTC. Вот это вообще не в упаковке даже. Эти все в упаковочке. Это без упаковки. На телефон HTC. Так, ладненько, подойдет. Давайте проверим, как он вообще подходит. Нет. Вот он. Видите, разбила она его слегка. Так. Ну вот этот вот пока. Эти в упаковке. А это без упаковки. Ну интересно, вроде не коца, но ничего. Так. Одеваем. Чик. Все, готово. Ну вот так он уже посимпотнее выглядит. Пойдет. Нормалек. Нормалек. Нормалечек. Так. И следующее. Переходим к вскрытию. Такой пакет. Такой уже подзамусоленный. Что у нас здесь такое? Вот здесь, походу, ничего. Вот здесь что-то лежит. Сейчас мы его и... Оп-оп-оп. Так, и что это? Это у нас насадочка на кран. Вот наша насадочка. Интересно, интересно. Вот так вот все шевелится тут под любым углом. А это для экономии воды. Вкручиваем вот эту часть к крану. И она должна быть... Водичка литься с большим-большим напором. При этом сам выход воды из крана гораздо меньше. Так, вот разные прокладки. Наверное, на разные эти краны. Или краны, как правильно. Сейчас мы его протестируем. И тест этой насадки выложу отдельно. Вот здесь можете будете потом посмотреть. Сделаю ссылку. И интересная, нужная вещь. Любой домохозяйке, да и домохозяину. Под видео будут ссылочки. Смотрите. Так, ну и на этом у нас все, друзья. Подписывайтесь на канал. Еще у меня лежит две с почты заявочки. Надо прийти получить товар. Поэтому завтра буквально будет новое видео. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.